Последние месяцы киберпанк прямо-таки заполонил экран. Сначала сырая, но обаятельная AI, потом великолепный Human Revolution, ну а теперь Hard Reset. Незаурядный боевик о войне с роботами. Отдаленное будущее, разумеется, темное. Могучая корпорация пытается защитить город Бельфегор от нашествия машин, война с которыми тянется уже долгие годы. Враги сражаются не ради крови. Их интересует святилище, в котором собраны оцифрованные разумы людей. История, несмотря на скупую подачу и псевдосерьезность, совсем не глупа. В ней есть масса любопытных подробностей, вроде предела свободной эволюции искусственного интеллекта и сосуществования нескольких оцифрованных личностей внутри одного мозга. Ну а играть нам за майора Флетчера, типичного спасителя человечества эпохи киберпанка. С одной стороны, перед нами классический коридорный боевик старой школы с аптечками, разнообразным оружием, тайниками и отсутствием укрытий. С другой же, в игре нет трех очень важных компонентов — приседаний, кнопки использования и перезарядки. Свою несгибаемость наш герой никак не компенсирует. Забор, пусть и с дырой в половину человеческого роста, придется обходить или перепрыгивать. Если Флетчеру надо нажать кнопку или открутить вентиль, он убирает оружие, а прицел превращается в маленький курсор мышки на внутриигровом мониторе или изображение руки в случае с кнопками и вентилями. Очень элегантное решение. Об отсутствии перезарядки позаботились технологии будущего. Стреляй себе, пока не кончатся патроны. Но оружейные технологии не остановились на непрерывной стрельбе. Строго говоря, пушек в игре две, но каждый из них имеет по 5 воплощений с двумя разными режимами стрельбы. Используя всего 2 вида боеприпасов, можно к концу игры стрелять 2 десятками различных способов. В одно мгновение пулемет превращается в дробовик, а в следующую секунду — в мощную ракетницу. Optimus Prime определенно уважает такой подход. Естественно, не все вооружение доступно сразу. Его приходится покупать и улучшать, тратя наниты. Запас нанитов пополняется уничтожением роботов и нахождением оранжевых контейнеров в изобилии, разбросанных по укромным уголкам уровня. Даже на средней сложности справиться с ордами роботов силой одного только оружия не представляется возможным. Здесь разработчики снова удивили игроков, сделав ставку на окружающие объекты. Получив урон, баллоны с газом, красные бочки и автомобили взлетают на воздух, а вентиляторы и платежные терминалы начинают, подобно императору Палпатину, метать в окружающие предметы молнии. Часто один взрыв провоцирует цепную реакцию разрушений. Наверное, именно поэтому в игре такая жесткая система сохранений на контрольных точках. Один преждевременный выстрел и дальнейшее прохождение эпизода на высоком уровне сложности становится просто невозможным. Враги, не сказать чтобы особо умные, но требуют хорошей реакции и индивидуального подхода. На сложности выше средней играть действительно тяжело, и даже небольшая ошибка регулярно становится последней. Пусть появление противника всегда прописано скриптом, назвать поведение орды роботов нереалистичным или примитивным язык не поворачивается. Управление достаточно резкое, что однозначно помогает в сражениях и сильно мешает при поиске тайников. Атмосфера в Hard Reset великолепна. Мрачный город будущего воплощен в отличной графике и отменном дизайне уровней. Бывает, что не всем объектам хватает текстур, но такую красивую картинку при более чем скромной нагрузке на систему увидишь нечасто. Хорошая производительность достигается во многом благодаря экономичному использованию пространства уровня. Нам приходится обходить буквально каждый уголок, но туда-сюда по одним и тем же местам нас практически не гоняют. Световые эффекты потрясающе красивы, звуки хороши, музыка тоже вполне уместна. Отдельный восторг — это навязчивая реклама, которая начинает раздражать буквально на втором уровне. Лучшего способа одновременно привить и любовь к игре, и отвращение к суровой действительности оной просто невозможно придумать. Физика на уровне. Взрывы реалистичны, окружение интерактивно, почти каждую рекламу или камеру слежения можно разбить, а картонную коробку помять и передвинуть. Уничтоженные роботы красиво разлетаются на части, а уж анимации, трансформации, оружие впору слагать гимны. Свою порцию теплых слов заслуживает работа локализаторов. Пусть не все названия переведены дословно, но с какой душой озвучен каждый диалог и переведена каждая надпись. Первое время пытаешься просто отмахиваться от врагов, чтобы они не мешали читать голографические надписи.
главный минус игры — ее продолжительность. Все миссии, пусть и достаточно больших, на фоне отсутствия сетевого режима выглядят настоящим издевательством над игроком, только вошедшим во вкус. История безжалостно обрывается на самом интересном месте, заставляя изнывать в ожидании продолжения, которое, в общем, никто еще не анонсировал. Конечно, можно было бы еще выразить небольшое фи по поводу неудачного расположения индикаторов на экране или простоты рисунка роликов между уровнями, но это были бы уже придирки. Играть в Hard Reset удобно и интересно. Графика на высоте, а история, пусть и довольно банальная на первый взгляд, на деле оказывается глубокой и плохо предсказуемой. В ближайшие родственники этому проекту можно смело записывать Quake, Bioshock и Max Payne, хотя самобытности игре не занимать. Если вы скучаете по боевикам старой школы с аптечками, зубодробительными врагами, секретами и безумно динамичным действом, вам определенно стоит обратить пристальное внимание на Hard Reset. Yeah, for something.